А в левой руке он мне ударил, жестко ударил. Я почувствовал, что он бил чем-то. Ну, там он всегда с собой кастет носил. Завтра вы все узнаете, будет полное интервью, где от начала и до конца про наши отношения с этим персонажем. Ты мне отдай деньги, верни мне, и все. Я у тебя брал, там уже начал мне говорить, я у тебя брал не в долг. Всех братьями называют. Брат, брат. Тот конфликт, который между нами произошел, все с фактами, с доказательствами, завтра вы все узнаете. Много чего знаю, но не хочу говорить, я не хочу быть балаболом. Я за себя говорю. Вопрос простой. Тут нету никаких к тебе каких-то. Ты мне отдай деньги, верни мне, и все. Я у тебя брал... Там уже начал мне говорить, я у тебя брал не в долг. Я у тебя брал... Ты мне помогал. Ты мне оказывал помощь. Я говорю, Адам, я взял кредит, чтобы тебе дать деньги. Я тебе об этом говорил. И мне нужны деньги. У меня сейчас тоже финансовое положение, скажем так. Деньги я зарабатываю, но они у меня крутятся там во всех делах. Я выкручусь. Но... То, что я ему напомнил про Макса, ты у Макса, Макс я подарил 20 тысяч долларов, я сказал, потом по 5 тысяч долларов каждый месяц давал, ну, я ему так вот напомнил об этом, это не твое дело, и так, ну, я говорю, не мое, значит, не мое, я говорю, как надумаешь деньги отдать, это твое личное право. Друзья, братья, сестры, ассалам алейкум, мои дорогие. Я прошу прощения, только сейчас добрался до телефона в связи с последними событиями. Наберитесь немного терпения, завтра вы все узнаете. Будет полное интервью, где от начала и до конца про наши отношения с этим персонажем, тот конфликт, который между нами произошел, все с фактами, с доказательствами, завтра вы все узнаете. Поэтому не пишите чушь и ересь со слов этого лжеца. Немного терпения. Всем желаю добрых снов. До завтра, мои дорогие. Бьет там справа-слева, да? А в левой руке он мне ударил, жестко ударил. Я почувствовал, что он бил чем-то. Ну, там он всегда с собой кастет носил. Всегда у него кастет с собой был. Вот. И как раз он зажал, он мне сразу почему рассек сразу в двух местах. И как раз, когда бил с левой руки, он мне как раз сломал эту самую кость. Всех братьями называют. Брат, брат, у него там постоянно он... Ну, вот так вот, такая неприятная история. Для меня на самом деле человек понятен. Нынешний Остап Бендер, да? Сегодняшний Остап Бендер, который красив для всех брат, для всех там, всех обнимает. Я думаю, после... Этого видео очень много людей. Кто-то еще может даст интервью. Я не думаю, что так не бывает, чтобы человек взял у одного деньги, человек взял у другого, у второго деньги. Значит, и у третьего, и у четвертого, и у пятого, и у десятого. Я на самом деле много чего знаю, но не хочу говорить. Я не хочу быть балаболом. Я за себя говорю.